Вот эта поездка у нас была, такое фотопутешествие конкретно в Свазиленд на вот это супер-пупер интересное мероприятие. Это был, конечно, вот этот вот танец девственницы или танец тростника, как его называют, там разные названия, рид-данс, если вы хотите в интернете найти, что это такое. Это вот не конкретно в Свазиленде. Король Свазиленда раз в год устраивает такие вот смотрины. Чисто формально он выбирает себе очередную жену. Но суть праздника в том, что согласно закону, который этот же король ввел, да, женщины должны оставаться незамужними и девственными до 21 года. И женщину более молодую даже в жены брать нельзя. Хотя сам же король недавно, там несколько лет назад, этот запрет нарушил. Очередная жена у него была моложе, этого 21 года, то есть несовершеннолетний. И народ возмутился тоже немножко, что такое, родственники там возмутились, как так. Сам же закон ввел, сам же закон нарушил, он сам себя штрафовал на одну корову, как положено. Что касается этой традиции. Мы когда ехали, мы тоже думали, что это какая-то очень древняя традиция, там много веков подряд короли Свазиленда выбирают себе жен, как положено там. Оказалось, что не традиция достаточно молода. Все, что мы сумели нарыть, это 1940 год. Вот тогда первый король вот эту традицию вообще-то ввел вот в такой форме. Мы были и при их подготовках, мы были там, где они живут. Они живут во время празднования, часть живут в палаточных городках, такие лагеря, а часть живут в окрестных школах. Все парты выносят, кидают им там матрасики, и они на этих матрасиках среди своих же чемоданов там живут. То есть кого-то с этих школ перевозят грузовиками, прямо в грузовиках на место праздника, да? А кто-то из богатых семей те приезжают на джипах, и вот из джипа выходит в том же самом наряде. Вот эти вот кисточки, которые эту девственность символизируют, да, юбочки. И вот там они могут совершенно спокойно мыться тут же рядом с этой школой на улице. Но все равно там хихикают, там немножко прикрываются, да, то есть нижнюю часть они прикрывают, для них все-таки какое-то табу тут существует, да, они вот тоже вот, игра в целомудрие, она там такая же, как и в Европе. Но вот верхняя часть для них без проблем. В этих школах, где они живут, там все эти дамы разбиты на группы по 200 человек, при каждой такой группе есть 4 мужчины, тоже в национальном таком наряде с дубинками, с розгами, которые там наводят порядок, чтобы они там не баловали, это такой женский коллектив-то большой, это шумно и гамно, да. Но мы спокойно там, вот в этих пространствах оставались, когда сделалось солнце, уже темно, там включаются какие-то лампочки, эти девчонки там включают музыку с сотовых телефонов через какие-то динамики, устраивают дискотеку, ну такой пионерлагерь. Девчонки вырвались на неделю от мам, от пап, от семей, с этих деревень, с этой постоянной работы сельскохозяйственной, в которой они там задействованы, и они отдыхают. То есть вот они просто отрываются так, как они могут. Ну понятно, что они там не устраивают никаких пьянок, там никаких мальчишек, просто вот таким женским коллективом. Когда начинается само мероприятие, вот эти вот кучки, их видно, вот они собираются, и в течение часа они вот этими толпами выходят на стадион. Стадион огромный, то есть это даже не одно футбольное поле, вот по ширине, по своей, и вот оно все в несколько рядов вот этими колоннами занято. Oh, no, mama. Oh, no, mama. Mama, what's this? Mama.
говорят о том, что это реально вот порядка 100 тысяч человек. Это все дамы вот этого возраста от 6 до 30 из Свазиленда. И приезжают еще туда же зулусы, отправляют, зулусский король отправляет своих дам поучаствовать в этом мероприятии. Это с ЮАР, с Мозамбик кто-то приезжает. То есть еще и окрестные племена, которые не только в самом Свазиленде живут, тоже участвуют в этом мероприятии. В любом случае, я думаю, что королю вот очень приятно, когда вот к нему сбегается вот такая вот толпа. Это реально такой грандиозный праздник. Надо сказать, что и сам король во время этого мероприятия с голым пузом в набедренной повязке вместе со всем своим кабинетом министров бегает, вот, хотя приезжает на дорогом, на крутом Мерседесе, золоченном, да, но вот точно так же в таком же национальном наряде бегает по вот этим рядам. Король выбирает понравившихся, он там выбирал, он там кланялся, стучал своим этим топором золотым, да, мы это все наблюдали с трибун. И за ним еще бегает какой-то министр с портфельчиком, мы все смеялись, что это, наверное, он ядерный чемоданчик с собой носит.